Я просто отходил, не слышал. Давай опять 24 тела. Не, мы не сможем. Там ДПС даже не хватает. Если все выживут даже, если никто не умрет, нам не хватит ДПС. С 25 человеками то еле-еле можно. Че, Роа, давайте еще одного доберем, может. Кого сейчас добирать? Сейчас никого, ну, никто не придет на КДС такое. Ты сейчас пока доберешь, пока присмонишь, пока пафуешь, время уже будет 11:30. Один трай сделаем, повесим человеку КД. Ребят, ну можно тогда сходить на того же самого Игниса, либо на эту Астакрылу. И все, идемте закроем всех таких беспонтовых боссов. Ну, чтобы, например, завтра у нас завтра уже кровь из жопы был. Да. Ну, сразу с отсюда начнем с Торем. Окей, пойдем Острокрылый Игнис убьем. Завтра собрание, Торим, Фрея, сты. Слишком далеко. Да, не побежали. Куда, на Астрокрылу или на... Гигантская кузня, ТП делаешь и все, тут без разницы. Разберемся. Я знаю, положались. Какого босса идем. На Крылу убьем, на Астрокрылу. Вассо, спекнись в танк. Ба. Вассо, удали свой спек ТД, пожалуйста. ДД? А чё у него там? Мод на РПБ? Ну серьезно, что ли? О чем, ребята? У тебя перчи с РПБ, ноги с РПБ, пушка с РПБ. Ну, паладина вот вообще не приор. Ты тут же тот же самый токены возьмешь, вот, точнее, сетовские 213, они тебе больше проку дадут, чем эти 26 с РПБ. Это вообще, ну, не. Что, там интеллект есть у них? Нет, там есть просто РПБ. А пробивание есть брони? Он... Да, это АРП. АРП ему вообще, ну, вообще не сдался. Возьмешь шмотки с критом и хастой, те же самые, они тебе больше проку дадут, чем вот эти 226. Ну я одевал, что было так-то. Помойки. Давайте, может, убьем, потом вот там свои спеки обсудить. Да. Было бы неплохо. Давайте ставлю рыбу, бафаемся. Торика, прочитай ПМ. Не-не, я вот начну. Не держу. Я имею в виду, посмотришь. Да. Что посмотреть? Спек. Как танчик. На Мишку? Не-не, да. Потом. Ну и здесь есть еще танчик. Да и верче. Что тут делать надо? Бегать? Нормально. А еще? На лужах не стоим. На второй фазе милики бьют в бок. РДД тоже бьют в бок или в спину, без разницы. Но самое главное, на лужах не стоять. Бэби Вар, ты на костах. Не на костах, на пушках. Я больших мобов, да? Кулак, да. Там, дайте, пожалуйста. Дайте кулаки. Перчи на пол. А теперь каски, второй паладин. Спасибо. А касса тебе дали там что-нибудь? Лифр, серьезно, ты на Игниса не пойдешь?
совы не откидывайте, пожалуйста. А там 4 мобака вставали. Надо было каст сбить. Каст, не каст. На пул не чувствуем. Бомба, отойди тоже. Я пошел готовить следующий путь. Большой паладин, большого забери. Или зона, когда крутится большой, не встать подкрутить. Сова лужа. Запускай. Да, запускай. В босс РДД, все ДД свичнули все? Все вбежали, РДД и хилы, сбежитесь, сбегите в центр, пожалуйста. О, я заберу отведу. Заберите мобов. Что? Ты специально начинает сливаться сразу, как мобы вышли. Надеют набрать танк. Ну, мы на пол скинули, вроде бы неплохо. Всё, получается. Запускаю. Запускаю. Половина хилов высохла. Ну, за зречу, дай гимн на МП. Летят доты, ты следующий встаешь. Ловите босса. Блять, и мобы еще вышли. Все, а сыграйте в босс. Дайте гиру, сыграйте в босса. Танки заберите огромный себя. Да, Сун, приготовься, они вроде переведут.
не перевет, он там еще останется. Давайте ждать. Трэш добили. Летят доты, да, гимн МП? На ком-то моду переобулись, вы можете не убегать от танка? А, ну вас лучше танка не убегать. Вы еще порт в Даларан начнете юзать. Ну, Бабл ХС. Пойдем по Нордскому. Бог забрал. Я хочу посмотреть, сколько бутылков кухнутых. Секунд есть, давайте вливать им дух. Мам, повезло, подойди. Гарпуны готовы запускать. Все, запустили, все сыграли босса. Аня, вы там это даже переведете. Серега, готовься. Я в Даларане уже ловлю. Хорошо. Дайте БР потихарю, спасибо. Бафните его, пожалуйста. С подружи все ушли. Ну, да, у лица никто не стоит, а танк. Тоже не стой. Тут буду говорить, потом будешь подходить забирать. Хорошо. Скорее всего, я буду забирать ничего. Серега, да, до отморожения не стой. Ну хотя давай поставим до отморожения, я заберу. Еще у нас, по-моему, пристанет, да, Польша? А, пивосямба. Летят доты, есть, да, гимн МП? 4 стак. Все? Ну, может забирать, если хочешь. Давай, лучше я заберу. Быстро я подамаживаю. Кольчуга по силу заклинаний, крита, скорость. Или... Холипалы пусть ролят. А 4 человека только косты могло бить, да? Лифри, Сон, Торика. Холипал, и... Холипал, ролить, пожалуйста. Все? Окей. Дальше ханты рольте на этот.
А. Акаса, это твой камень в огород. Акаса, братан, вот и твоя садочка подъехала. Вторая. Голова. Ткань. Так, все заклинания, скорость, меткость. Маги, блоки. Ай, присты. Краш-тест 99 выкинул. Это лок. Угу, я знаю. Держи. Все, бываем. Убиваем Игниса и подделаем урок как раз по времени, как вы успели. Сейчас с Накса как раз эти морозные руны пригодятся. Что? Нагри? Ну да. Ну нагри. Закинь бону к хилам. А вы что, починили? Почему бы не согрелся? А вам скажи тайну теперь. Я подсмотрел, не, наверное, ну... в GGVP посмотрел. Как надо. Бля, ты крыса. Главное, не, ну, в этом плане красавчик. Потом напалим МХП, заглянешь, как я хилю. А ты в GGVP гильдии? Нет. Палом. У него хули палом не забирает. Спрашивает, лог в гильдию хочет ЕПГП или ролл? Какая система сейчас? Пока еще нету, потому что статик полностью не собран. Слышу, статики он, собраны он. Только десятки. Поэтому пока только ролим. Полноценные 25 человек соберем, будет полноценный ролл. Наверное, ДК поставим, аукцион, да и все. Кто-нибудь за меня кнопки потыкает, я что-то реально уже устал. Давай я потанчу, я тебе говорил же. Побегаешь, в небо посмотришь, ты же отдохнешь нормально. Твой момент. Дру, ты ждал этого столько лет. Да ебать, ну, чтобы он посмотрел, что это, что танк, аспек нормальный. Короче, что ты заряженный. Да не, блядь, я просто танчить люблю за мишку. Вары, паладины, ДКшки, по очереди забывайте каст. Моба. Я полетаю на своем. Дрын, ты сама хочешь. Можно на коня ездить. Подождите, пока стаки спадут, ребят. Торик, чарж покинуть тело? Я так не умею. Или можно без второго? Андрюх, забанишь одного, я второго гриб. Ты прозевал меня. Ладно, дам стоп. Я нет. Я прозевал. Я дал. Стан дайте, пусть на этот раз сейчас. Пойду. Таурен, ваш стан тоже сбивает каст. Он кастуется столько же, сколько и он. Каст. Опа. Второй. А, три. Понятно. Я все понял. Сопротивление просто было, поэтому встань и сработай. Мой каст сейчас будет. Окей, следующий стан там. Ладно, давай следующий собью, смотри. Совой. ДК нематой могут тоже сбивать на будущее. Теперь новая тактика у меня. Серьезно, немота тоже сбивает? Да. Сейчас попробуем. Не, не сбивай. Соврал. Я бил нематой своей. Это что, нематой сейчас? Попробовал. Удушье сбивает, как-то. Я сбил только что удушьем и второй гриппом. Ой, я нас полетел. Не, я просто дал этот, как ее. Волшебный поток. Ну это ж не такое сало. Все равно сало. Я на некачественное. Нас это такое, как фласочка, юзнул, знаешь, моб.
Обычно это мобиком в Нордсколе используют, либо возле кабанчика, возле Вори. Следующему. Мохнатое сало. Отдам, если будет каста, не будет. Чарш. Next мой. По сути, обычный Таурен ДК может сбивать три каста по мобу. Колечко упадет, точнее шея моя танковская, где она? Я хочу топор. Сейчас все в мили-зону сразу стали, как мобов поставили. Ближе все подошли. Но время стойте, пожалуйста, чтобы они не чаржились вас. Пэтов своих тоже уберите. Летят доски. Кто там стоит далеко еще? Летят доты. Ну, брестам, наверное, минус кровью просто надо дать, наверное, да? А не, они вроде в ДС-ке. Да вон они стоят среди. Я их вижу. Зажрачу, и кто там еще? Летят доты. Музыку слушаю. Я думаю, наверное, по минус 30 как нормально сойдет. Смотри, как действительно действует сразу. Сразу все минус. А я просто писал. Минус ролл животворящий, блядь. Длительные минус 30. Записал уже. Капец, у меня сегодня еле свет включили. Я думал, уже бы там пронесли фул. Там она фул. А что у тебя за проблема, что у тебя свет врубает? А я не знаю, ну иногда бывает такое. Ну я вот сидел неделю полностью играю, вот вчера я опоздал, сегодня света пришел, полдня тупо сидел. Когда она у тебя такая херня? Нет, так это начало только вот сейчас исполняться, что-то за фиг. Блокировка. Автоматики посмотришь. Не, но ну у нас. Не, у нас просто рядом завод запускают, типа со стороны. Может, из-за этого вырубают, мне кажется. Перепад на турге. Ну, он долго не работал, типа турбинный. И сейчас они его пытаются завести. Там бафы нужны, не нужны, доверчи на проверку бафов все остальное. Каску можно перебафить, хотя должно хватить. Кулачка нету. Давайте мой топорик упал на танка, и я ушел отсюда. Какой лиф, твой? Лиф редам тебе сильно. Какой твой? Это мой топорик. Со скоростью? Да, всех, баф, всех бафнули. Да? Холосо и... Что? Проебали тебя. Ты опять ебан. Тут нужно ты андероги сразу на пол даете фул. Тебя, да? Да. Ты будешь серьезно что-то значит? А есть? Ты все равно в этом фрейме стоишь. О, хорошо, спасибо за суммон, я поближе подсяду. Народ, на этом боссе нужно что-то знать? Важное есть? Важное? Да я не знаю. Бабл крылья, свет с небес. Могилка покаяния небес. Ханты на големах. Хуяли ханту. Нас, блядь. РДД просто пиздец. Да. Эд, тебя не слышно. Эда вообще он написал слышно. Вася в ДД. Ладно. Я понял. Пароль ты? ОРЛ. А. Ну, не знаю, прослушал, наверное, как-то или что. Я уже перебулся. Нет. Ну, ты в ДД и все. Вас. Когда это на драконе был просто танк. Ну, сейчас ты в ДД. Все, уже, все.
Все, когда у босса каст идет, никто не кастует. Становитесь все вот тут посерединке, где я на роботе стою. И направо-налево будете смотреть, поворачиваться. Ханты, ваша часть, вы сбиваете всех мобов. То есть он завел моба, вы сразу в него свечнулись. Короче, кого взяли в карман, сразу прохил даем максимальный. Верчина? Хорошо. Хорошо. Сиоку Томото. Плюс 5 ЕП заслужил. Тупа. Сейчас тебя понизят. Поехали, давай. На пулы тебя уже сейчас. Кто первый дает мастера ауру? Я не в курсе. Ну, у вас аура стоит, пусть первый дает. Приготовились. Парикаст. Я бегу. Я понял, сейчас надо было давать, да? На next dash. Ну, когда он пару секунд остается. Моб. Карман взял, а прохилим лока. Торика, лови еще одного. Торика, ты сразу двух мобов будешь заводить? Да. Ну, я понял. Ну, чтоб лишний ДПС не терять. Давай мастер аур. Угу. Мастер аур. Подняли рейд. Друида под прохильте. Васу, отдай ауру Хоки. Ауры поменяли, мастер ауру готовьте следующий давать. Я вот. Васу, отдай ауру Хоки. С подружим оба прекратили каст. Бану в карман взял, прохилим пауэр. Мы не успели ему отложить. Лифрион прохиливаем. Бану прохиливаем. Бану прохиливаем. Прекратили каст. Дал. Красавчик. Скрытый крокотил. Паладин, если дефать нечем, бабл сакру играем. Берните бону, жребанки. Прист, гимнс, играй с пятой пати. Хил. Карту схватили, прохитрил. Друид Транквил нажал какое-то ухо. Ванек, пошел завезите, наверное, мобов. Следующий после коста прожмет жребанки. Бону возьми ауру от огня. После каста жребанки жмешь этот. Мастера. Транквил. Прист, ШПС на ХП и на ману гимны отпой. Любой из вас. Мы его сейчас заковыряем ногами. Ложкой, ложкой по пяткам.
Лара прохилим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, забери, блядь, этого, блядь, говножесоса, который по рейду бегает. Друиды, засмерчуйте его просто, и все босса доиграйте, три ляма осталось. Спасибо за захил. Рейд, нахинах эти штуки? Они невосприимчивы потом становятся. Да, слишком быстро. А чё, трек вылетел? Я не знаю. На пол по мне дали мобов? Войско можно дать. Она. Меня, блядь, ещё схватил. Лям-лям, вот, добиваем. Давайте, держу на месте, добивайте. 300 там, 200. 100. Готов, ну. Домой, блядь. Ну давай, Линку, еще упал. Да идите, попу со своими этими вот кожаными поясами друидовскими. Да что за пояс? Кираса за лупамбаса. Да что за бараш? Где мой топор? Грудак бы ешка. Я ебал, да, примерно. С одной дыркой. Друиды, совы, ардру, если надо. Жребанки. Ну шо, господа, товарищи, за до завтра? Да, ну, давайте. Да. Тотем бури, шаманы, энхи. Если надо, но успеть. Ставьте портал маги. Хоть шо-то заберу. Маги, дайте порт Долоран. Альф, ты где там?